Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Gamerus TV. И в этом видео будет вторая часть открытия 50 премиум кейсов. Со мной сегодня в Дискорде ютубер с каналом Евсей TV. Поздоровайся. Всем здорово, пацаны! Вот, и, собственно, мы сегодня откроем следующие 50 премиум кейсов. Будем надеяться, что нам выпадет несколько ножей. Я рассчитываю хотя бы на 2-3 ножа 7 класса. Ну и не посмотрим, ну, что получится. Число. Извини, что перебью. Пятерик. Ну да, пятерик было бы неплохо. Из прошлого открытия выпало 2 ножа 6 класса, 1 7. Надеюсь, это открытие будет получше. Ну и, собственно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, что видеоролик вам понравится. И на прошлой серии мы не смогли набрать, к сожалению, 150 лайков. Набрали где-то 118. Поэтому давайте попробуем на этой серии 150 лайков осилить. Я думаю, как будем открывать? Я в прошлой серии открывал, типа, не один знаю, кейс, ну, вот, ты знаешь. Вот так же, брат, как сейчас Гога сказал. Да, окей, вот так. Давай так, первый кейс я порежу. Кстати, я тоже вижу, ребят. Да, мы... Пятый класс? Да, пятый класс. Эмочка. Так. Ну, мать. Ну, прикольно. Так, она у меня есть. Дальше два кейсика. Ну, ладно, пока тоже порежем. Так, третий класс и... И снова третий класс, ничего интересного. Наверное, будет падать много дубликатов, мне так кажется, потому что, типа, скинов у меня много. Ну да. Да, опять дубликаты. Здесь, я думаю, уже открыть все сделаем. Пока, в принципе, ничего особенного годного нету. Четвертый класс и третий. Да, прикольно, все конвертируется. Да. Как ты думаешь, сколько в конце накопится этой валюты? А сколько сейчас? 33 тысячи. 33,5 тысячи. 33 тысячи. Ну, 45 должно быть, думаю. Ну, в конце сегодняшнего открытия, да, а вообще, мне кажется, когда мы все кейсы откроем. Нет, сегодняшнего. Ну да. А когда мы все кейсы откроем, мне кажется, где-то будет больше сотни должно быть. Ну, мне так кажется. Если падать будет нормально. Согласен, полностью. Даже думаю, 120 где-то по расчету. Ну вот, и я думаю, можно отдельный потом ролик сделать, типа, потратить все их и забрать там штук 6 ножей, например. Так. Получается, 4 класс, 3 класс. Пока ну, как-то... Пока. Ну, по сути, да, по сути, ширп. Так, мы открыли 15 их. Дальше продолжаем. Опять 3 класс... Когда уже ножи пойдут? Конвертируем. Не, ну пора бы уже форсом что-то выдавать, как бы, нормально. О, 7 класс. О, да-да-да. Чекаем. Ну шо ж. Только не дубликат. Ну, это не дубликат. Не дубликат, найс. Ну, в принципе... Брат, поздравляю. Спасибо. Ну, в принципе, красивый нож, мне кажется. Порцелайн. Да, делаем скриншотик. Ну, красиво. Так, здесь тоже... Делаем скриншотик. Неплохо. Один ножик. О, еще шестой класс. Шестой тир. Шестой тир. Это, ну, это дубликат. Да, по-моему, у тебя все шестые тиры. Да. Не, у меня не все шестые, но конкретно этот есть, да. Да, кукле. Ну, давай ради разнообразия порежем. Третий класс. Четвертый класс. Третий класс. О, пятый класс, наконец-то. Пятый. Ну, конечно, интересно, что из пятого будет. Вроде дубликат. Да, дубликат. Жди, на. Так, и теперь 5 кейсов, я думаю, фастом можно да, открыть. Открыть. Ну, неинтересно. Третий класс, четвертый класс. Пусть хотя бы успешно синева падает. Ну да. Ну, нормально успешно. Угу. Я сегодня, кстати, открывал эти кейсы, ну, я тебе говорил, из дорожек пасса. Ролик, кстати, тоже на канале скоро выйдет. Вот там наблюдалась прям какая-то магия в открытии этих кейсов, как мне, короче, скины падали прямо тиры друг за дружкой. То есть падает третий тир, четвертый тир, потом пятый тир, прям друг за дружкой. Так прикольно выглядит. Ну, ты не спойлери, то все. Не, ну, я там... Там выпало, кстати, кое-что интересное. Поэтому я это не заспойлерил. Так. Третий тире. Не, ну правильно, правильно, да. Нормально, нормально.
О, пятый класс, неплохо. О, мне это, кстати, скин нравится. Ну, найс. Один из самых древнейших пятых классов. Ну, в этом плане ты лучше меня... Ой, тихо. В этом плане ты лучше меня шаришь, потому что, ну, играешь дольше меня. Да, у меня его не было. Дальше, я думаю, мы порежем опять. И не древний очень, пятый класс. Угу. И последние 5 кейсов тогда откроем фастом. Так. Этот скин у меня вроде был. О, 6-й тир. Смотрим, что падает. Ты меня слышишь, да? Алло, ты меня слышишь? Да, я тебя слышу, просто камера не ушла. У меня только выпал недавно предат. Ага. Шестой тир, да, бабочка, да. Бабочка, кстати. Бабочка, брат, поздравляю. Да. Не, бабочка это топ. Короче, у меня на моей основе, короче, когда бабочка только появилась вообще в игре, у меня были скоплены 5000 вот этих вот очков, и я купил стандартную бабочку тогда. Я бегал с ней с самого первого дня, как она появилась на основе, со стандартной бабочкой. Все тогда удивлялись, типа, откуда. Капец. Так, ну вот у меня ее, кстати, здесь не было. И дигл вот этот мне тоже нравится. Вообще скин бокс-катер, он, мне кажется, очень красивый. Такое сочетание красно-белое. Так, ну и остались тогда последние 5 кейсиков. Их можно открыть, думаю, фастом. Или как? Давай фастом, реально. Ну, так давай. Сказать. Раз, два, три. Ну, ничего интересного под конец. Мне кажется, все дубликаты. Ну, да, все дубликаты. Нормально. Стоп, а у нас разве не 9 еще? Сейчас. Ну, давай, там их просто... У меня изначально их 305 вообще было. Ну, давай откроем. Давай откроем, короче, еще... Ну, до 200 откроем. Ну, давай. Чтобы было так. Да, думаю, так будет лучше. Так, третий класс. Снова третий класс. Четвертый класс. И... О, пятый. Пятый. Пятый дубликат вроде. Да, это точно дубликат, но вот это офигенный скин. Лучший скин просто. Да, мы вот буквально перед видосом обозревали и сказали, это наш любимый. Угу. Ну, он офигенный. Так, ну и тогда... Пошли еще пятерок тогда сразу. Да, как раз ровненько. Ну, тогда раз, так. Два, три. Не, ничего интересного. Ну, в принципе, сегодня тоже, я считаю, успешно, тоже выпало 3 ножа, 2 обычных и 1 7 класса, причем новый, которого не было, то есть, ну, в принципе, успешно. Конвертируем, да. Как ты думаешь, твои ставки, сколько сейчас синей валюты? А сколько было? Сколько было? Было 33 500. 33 500. Ну, думаю, где-то, ну, 33 500, ну, думаю, где-то получается... Ну, 42, 43, 41, где-то так. Ну, давай, я думаю... так, у нас выпал... Ну, давай я поставлю на... Ну, также 42 пускай будет. Я как говорил, вот, наверное, я предугадал. Будет 120 тысяч под конец открытия всего, либо даже больше. Ну, да, типа, еще 200 премиумов, считай, то есть... И потом их можно на отдельный выпуск забрать, там, ножей 6 или 7 ножей просто забрать. Каких-нибудь... Хотя, с другой стороны, может, их не стоит все тратить, типа... Да, это будет смега, то есть можно назвать именно... Без открытия! Да, ты немножко пропадаешь. Вот, кстати, бабочка вот эта из пиратского кейса, который я тебе говорил. Ну, она прикольная. Так, и вот сегодняшний ножик. У меня, кстати, практически все ремиксы собраны. То есть вот 2 не хватает. Вот этот скин, это... Этот скин, кстати, это был самый мой первый скин на нож на этом аккаунте, с которым я гонял. Типа, я тогда даже не донатил особо. То есть просто мне выпал с первых премиумов вот этот нож красивый. Так. А мой самый первый нож, это был тир 7.
Ну, классно. У меня на основе мой первый нож со скином, это был дефолтный нож, вот этот, Тайлонг на основе. Очень А красивый. мой так, самый... Кстати, а я помню, как Тайлонг добавили, по-моему. Или он изначально был, я что-то путаю. Не помню. Подожди. У Сэма еще часто с ним гонял. Ну, Видел видео. не знаю. Вот в новом обновлении вот этот нож стал красиво выглядеть, карбон. Типа раньше он мне не нравился. Он был Да, ты каким-то. уже это говорил. Да. А сейчас типа вообще кайфовый. Да. Друзья, на этом видеоролик подходит к концу. Всем спасибо огромное за просмотр. Надеюсь, что видеоролик вам понравился. Если это так, то не забудьте поддержать нас с Евсеем лайком. Кстати, я оставлю ссылочку на канал Евсея в описании. Он сейчас возвращается в Копсы вообще на YouTube, поэтому я буду вам признателен, если вы зайдете на его канал, подпишитесь. И в комментариях напишите те, кто, может быть, до этого смотрел Евсея, кто его знал, ему будет приятно это почитать. Да, благодарю тебя, геймер, заранее. Вас, ребята, благодарю, кто меня знал. И мою новую подписоту. Неоднократно уже мы уже сняли один видеоролик, так сказать, случайный, можно сказать, совместный. Скоро увидите, думаю, да? Да, он скоро выйдет. И также, безусловно, в скором времени, я думаю, что-то будет помощнее, что-то мы будем снимать из совместных видеороликов. Да, это однозначно. Так что поддерживайте ролик лайком, подпиской. Мы увидимся уже на новом видео. С вами был Геймерус и Евсей. Всем пока. Всем пока-пока, ребята, и удачи!